Всем-всем-всем добрый вечер. К нам пришла зима, к нам пришли снега. Я вооружилась лопатой. Сейчас буду чистить снег. Снегу сегодня у нас насыпало очень-очень много. Вот, это еще один минус. Жить в частном секторе. Уборка снега постоянно. Особенно, если этим занимается женщина, так как Саша пока на работе, снег нужно чистить. Если вовремя не уберем, к утру уже, конечно, насыпет очень-очень много. Но мы не унываем. У нас до сих пор, кстати, идет снег. Но мы не унываем и приступаем к работе. Так, у нас небольшая передышечка. Ох, устала. Щечки стали розовые. Выгребла я вот сих. И до. И так. И дорогу немножко захватила. Уже не вижу, куда показываю. В общем, вот. И дорогу немножечко захватила, потому что у нас сегодня днем 3 раза грейдеры ходили. В общем, большие тракторы чистили снег. Вот, весь снег, мы живем по центральной улице, и весь снег, который гребут с дороги, он попадает к нам. И когда, допустим, выезжаю, тут вот этот вот бугор, если его вовремя не убрать, будет не очень удобно. В общем, люблю, чтобы вот так ровненько было. Сейчас немножечко передохну. Пойду дальше работать. Взяла с собой перчатки. Думала, буду работать. Замерзнут руки. В ту сторону смотришь. Прекраснейший фон, да? Зимушка, зима. Вот. Сейчас мне осталось вычистить. Вот отсюда. До конца зеленого забора. Здесь, наверное, 15 метров. Такую небольшую сделать тропинку. Так, минутку. В другую руку взяла телефон. Вот. 15 метров, наверное, думаю, забор. Сейчас почистим тропинку, потому что люди все равно ходят. С той стороны вычистили, а вот с нашей стороны ай-яй-яй сегодня. Сейчас почистим, немножечко отдохнем и почистим. Видео свое начала с вечера, но завтра буду снимать новый влог. С этого вечера я начну и закончу
утром. Так, я немножечко передохнула, но приступаю к работе. Так, вычистила я вот эту огромную длинную тропинку. Устала, конечно, очень тяжело. Снег настолько неподъемный. Сейчас со мной кто-то поздоровался из деток. Вот я не знаю. Ой, рука трясется. Не видно, прошли. Поздоровались, а я даже не знаю, кто. Так, сейчас покажу. Так, вот я выгребла эту тропинку. Конечно, кривенько. Косо. Но в любом случае людям будет все-таки покомфортней ходить, чем по куче снега. Саша, конечно, огребается. Он огребает это все ровно и аккуратно. Вы видите, я какие тут вулканы нарыла. О, какие тропинки. Вот, но ничего. Придется работы в следующий раз выровнять. Даже отсюда видно, что, конечно, криво, но ничего страшного. Вот поэтому я всегда говорю, что в своем доме жить надо вкладывать силы. Ой. Так же, как и летом, что зимой. Зимой снег убираем. А вот уже летом пашем на огороде, как проклятые. Но не потопаешь, не полопаешь. Устала, конечно. Убирала, наверное, минут 40-45. Вам, конечно, это все очень-очень быстро, потому что на утокаренке что-то обрежу. Фу, сейчас пойду попью чайку зеленого. И все, и на сегодня хватит. Буду отдыхать. Но остатки влога будет дальше видео. Но сегодня утро следующего дня. Я вам говорю всем-всем-всем самого доброго утра. Я очень рада, мои дорогие, любимые подписчики, что вы заглянули ко мне на канал. Приглашаю сегодня вас к себе в гости. Встречаю вас сегодня на своей кухне. Но утро у меня началось с того, что Артема я увезла в детский сад. Также увезла Снежану в школу, но Никита уехал в училище. Но буквально несколько дней назад я вам показывала, что стряпала вареники с картошкой. У меня оставалось тесто. Его я в мешочек и убрала в морозильную камеру. Сегодня очень мне захотелось пельмешек. У меня есть немного куриного фарша. Фарш я добавила соль. Также порезала мелко-мелко репчатый лук. Лук я немножечко отжала для того, чтобы фарш был более сочным. Но тут я начинаю лепить пельмени. Вам я желаю хорошего дня, отличного настроения и приятного просмотра. Так, ну что, девочки, ждем, когда закипит наша водичка. Также с утра я приготовила вот такой супчик наваристый. Так, одной рукой неудобно снимать. Были у меня свиные стейки, 4 штучки. Вот так вот я их обжарила. Лук, морковка, томатная паста. Добавила свой любимый лавровый листик, специи, приправки. И вот такую свежеварочку с мяском я сварила. Так, далее. Также вам хочу показать, пока не закипела наша водичка, но она практически уже в процессе. Хочу вам показать вот такую ложку. Вот такая ложка. 6 в одном. Заказывала я ее на Валберес. Ссылочку вы сейчас видите. Я ее прикрепляю, артикул. Ложка идет как сепаратор для яиц.
Также она называется ложка поварская, толкушка, венчик или просто терка. Ручка очень длинная. Цвета также там были разные, по-моему, красный, черный, белый. Ну и также есть там маленькие такие же ложки. Очень-очень интересно. Сейчас мы попробуем этой ложечкой вытащить наши пельмени. Я ее тоже увидела у какого-то блогера на Ютубе. Как-то она мне так понравилась, заинтересовала. Решила я эту ложечку приобрести. Так, наша водичка закипела. Так, значит, артикул я вам прикрепила. Водичка кипит. Будем скидывать наши пельмешки. Так, вас немножечко я сейчас отодвину. Так, пельмешки я занесла, выносила их на улицу. Так, хочу посчитать, сколько штук у меня вышло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Шестьдесят девять штучек. Вот, 69 штучек у меня вышло. Вот я не знаю, может, кто-то раньше помнит, когда я была еще совсем-совсем маленькой девочкой. Так, раз, два. Мама моя очень часто стряпала пельмени с салом, с картошкой, просто с картошкой. Вот, так, и она постоянно считала пельмени. И мне так было смешно, я думаю, что она считает. А потом, спустя годы, когда я стала сама мамой, как-то вошло в привычку посчитать пельмени. Просто самое интересно, сколько же я настряпала. Так, вот такая прекрасная ложечка. Очень интересно смотрится. Может, кому-то понравится на пластмассовое. Может, кто-то захочет приобрести. Так, ну что, ждем, когда закипят наши пельмешки. Закипают. Сразу же хочу сказать. Я так поняла, что на моем канале... На мой канал подписываются очень много девочек, совсем молоденьких, которые, ну, как и я поняла по комментариям в свое время, не знала, что с чем, какие продукты соединять. Буквально вот пару видео назад, которые я для вас опубликовывала на своем канале, мне написала, я так поняла, молоденькая девочка, которая не раз, видимо, уже мне пишет, что покажите, ну, вот вчера вот, я прочитала, видимо, это уже был крик души. Уже как-то даже, я так вам скажу, немножко грубовато, но я пообещала в следующий раз. Девочка просит показать, как я завожу тесто. Я вам всем говорила, я такой же простой человек, как и вы все. Завожу то, что есть, из того и завожу. На воде, на молоке, на кефире, на сметане, что есть, соединяю, на смеси. Но, видимо... У девочки вчера был крик души, и уже, кстати, неоднократно мне вообще писали, ну покажи. Вот я, говорит, например, ну не умею и не понимаю, что с чем соединять. Я, конечно, показать покажу, обязательно покажу. В следующий раз, когда я буду стряпать, я остановлю быструю камеру и обязательно... В спокойном темпе покажу, что с чем я соединяю и сколько примерно я кладу муки. Это, конечно, нужно все высчитывать, но хотя бы в замедленном темпе буду рассказывать и буду показывать. Так что не надо ругаться, не надо кричать. Я всех вижу, я всех замечаю. Обязательно я обещаю, что видео такое будет. Так, ну что, наши пельмешки закипели. Пельмени я стряпаю, тоже никто не учил, девочки, что покрупнее, что помельче. Ну, зато хоть что-то все равно делать умею. Как говорится, настряпаю, семья наестся, будет сыто. Посмотрите,
половник 24, я так образно говорю. Посмотрите, замечательно. Интересная, кстати, ложка. Так что, кто заинтересовался, стоит она совсем немножечко, по-моему, 200 с небольшим рубликов. Вот. И супчик сварила. Почему? Потому что, во-первых, Тёма, конечно, может покушать пельмешки, но все равно он требует, ребенок требует супчика. Ну и самим же очень, это же очень мало пельменей для такой семьи. Ну и когда уже, знаете, похлебаешь, как говорится, свежеварочку горяченького, и желудок тебе скажет огромное спасибо. Так, ну все, подождем полное приготовление и покажу, как ложкой будем вытаскивать наши пельмешки. Так, ну что, я думаю, наши пельмешки практически готовы. Приятного аппетита, кто завтракает. Приятного аппетита тем, кто обедает. У кого-то может уже обед, а у кого-то еще завтрак. Вот такие пельмешки по-домашнему у меня получились. Как я люблю сказать, быстро, просто, а самое главное, сытно. Вот так быстро приготовила, решилась. Так, вот такие девочки, мальчики, вкуснятины получились. Так, сюда. Так. Так, все, будем садиться завтракать.